Без современных гаджетов сейчас не обходится ни один белорус. Поэтому, на наш взгляд, одним из лучших праздничных подарков считается не что иное, как современное и надежное цифровое устройство. Поэтому для зрителей Белта и компания А1 собрали топ-5 девайсов, которые можно подарить близким на Новый год. Первый девайс – Xiaomi Redmi Note 12. У этого телефона 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Пройдемся по внешнему виду. Телефон выглядит современно, на выбор есть два цвета – голубой или синий лед, а также черный. Но как называет его производитель – серый оникс. Кстати, основная камера здесь 50 мегапикселей. Сейчас покажу. Одна из особенностей Xiaomi Redmi Note 12 – современный AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц. И хватит этого телефона надолго. Аккумулятор на 5000 мАч. И фильмы посмотреть, и в ТикТоке посидеть. А что касается производительности, у Xiaomi Redmi Note 12 стоит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685. На него у А1 скидочка 150 рублей. Теперь перейдем к смарт-часам. Huawei Watch GT4 46 мм с кожаным ремешком. Во-первых, эти часы очень стильные, а во-вторых, безумно функциональные. Благодаря технологии Huawei TrueSync 5.5+, этот девайс выполняет максимально точный мониторинг показателей здоровья. Устройство может измерять пульс и температуру тела, отслеживать уровень кислорода в крови, контролировать стресс и качество сна. Также здесь более 100 режимов тренировок. А еще в А1 вместе с часами всего за 10 копеек вы получите беспроводные наушники FreeBuds SE 2. Следующий у нас смартфон Huawei Nova 11. В этом телефоне 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Смартфон красивый, очень удобно лежит в руке. А еще хочется обратить внимание на то, что здесь ультратонкий, обтекаемый корпус толщиной 6,88 мм. От этого он очень легкий, кисть совсем не напрягается. Основная камера здесь, как и в Xiaomi, 50 мегапикселей. Но что поражает, так это фронталка, а точнее ультраширокоугольная портретная фронтальная камера на 60 мегапикселей. Это же какие можно делать селфи, да и свой блог вести. Аккумулятор в этом смартфоне 4500 мА. Телефон поддерживает быструю зарядку. На секундочку 66 Вт. Что касается процессора, то здесь Dragon, а точнее 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Частота процессора до 2,4 ГГц. А для всех любителей гаджетов в А1 скидка 100 рублей. Еще один прекрасный подарок – беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds 4 Lite. Есть в двух цветах – черный и белый. Одна из их особенностей – защита от воды и пыли по стандарту IP54. Если простым языком, то засоры и брызги им не страшны. Что касается работы, эти наушники выдерживают до 20 часов звучания с использованием кейса. А 12-миллиметровый динамический драйвер обеспечивает невероятную производительность. А еще Xiaomi Redmi Buds 4 Lite сверхлегкие. Вес одного наушника меньше 4 грамм. Причем сейчас в А1 их можно взять всего за 69 рублей. И последний великолепный гаджет – Honor 90 Lite. В нем тоже 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Первое, что бросается в глаза – это безрамочный дисплей, так еще и 6,7 дюймов. Смартфон выглядит очень стильно и современно. На выбор три цвета – черный, серебристый и голубой. Кстати, сзади оформление похоже на лучики солнца. Камера здесь вообще бьет все рекорды – 100 мегапикселей. Просто посмотрите на эти фотографии.
Процессор здесь тоже восьмиядерный. MediaTek Dimensity 6020. Хоть частота процессора и 2200, телефон все равно остается очень мощным. А аккумулятор здесь на 4500 мАч и с поддержкой быстрой зарядки. В один его можно купить со скидкой в 100 рублей. А еще, если у вас есть ненужные старые гаджеты, пора им дать вторую жизнь. А1 запустил новую инициативу – «Экодвиж». Приносите в магазины А1 старые девайсы, которые будут переданы на безопасную утилизацию. А взамен получите возможность выиграть iPhone 14 Pro Max. Это был топ-5 лучших устройств от А1. Скорее бегите и покупайте подарок своим близким. Пока-пока!